В этом году празднование Дня Республики пройдет в Чебоксарах и Красноармейском районе. Подготовку к масштабному празднику обсуждали сегодня в Доме правительства. Деловую программу Дня Республики 2018 планируется немного изменить. В июне в столице Чувашии вместо традиционного Чебоксарского экономического форума пройдет совет по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Ожидается участие большой делегации из Китая. В связи с этим изменится и формат проведения межрегиональной выставки «Регионы сотрудничества без границ». Сейчас составляются списки участников, ведутся переговоры и согласования. Традиционным останется международный фестиваль фейерверков. Он будет проходить два дня. 23-24 июня планируем проводить 11-й международный фестиваль фейерверков. На сегодня у нас мы ведем, также 5 команд будут участвовать. Первая, одна команда, две команды из Российской Федерации, это из Чебоксар, безусловно. Вторая из Санкт-Петербурга, либо из Москвы, сейчас мы отрабатываем с командой. И по одной команде это Беларусь, Китай и Мальта. В культурной программе праздника всероссийский конкурс «Русь мастеровая» и фестиваль народного творчества «Родники России». Планируется внести существенные изменения в сценарий проведения фестиваля «Родники России». С 23 числа все участники фестиваля, они разъедутся у нас, приезжие гости, по городам, по районам, муниципальных районов. Вот, и во всех районах хотим провести, то есть организовать концерты, мастер-классы, творческие встречи. То есть вся республика должен существенно почувствовать, что День Республики проходит во всех муниципальных районах в присутствии гостями. Надо обсудить все-таки с главными районами, потому что все равно они будут как бы соорганизовывать это и все эти вопросы решать в муниципалитете. Еще одно новшество. В 2018 году умельцы и мастера, которые приедут на конкурс «Русь мастеровая», будут показывать свои работы в одном из самых красивейших уголков нашей республики – на берегу Волги, в городе Мариинский Посад. Еще один район, который к июню должен полностью преобразиться – Красноармейский. Как только сойдет снег, общественные пространства благоустроят, появятся новые клумбы и малые архитектурные формы. Но центральной площадкой всех мероприятий станут, конечно же, Чебоксары, где в этом году ожидается огромное количество иностранных гостей. В праздничном оформлении главным элементом будет национальная символика. Наружная реклама, баннеры, перетяжки будут приветствовать гостей на двух языках, русском, чувашском, при необходимости включим китайский. В рамках празднования Дня Республики также планируется выступление сводного детского хора «Чувашии», в составе которого выступит более 1000 человек.